саженцы смородины красный уральский сувенир, либо с рабром, это качественный сорт универсального назначения. Он относится к ранним и начинает созревать уже в июле. Ягоды собраны в кисти средней длины до 9 см каждая, сами ягоды средние и крупные, от 0,5 до 1,2 грамм каждая. Они сладкие, сочные, с кислинкой и ярким ароматом. Их часто используют для джемов и варенья, желе и домашних настоек. Однако, плоды обладают отличными вкусовыми качествами и пригодны к употреблению в свежем виде. Смородина – уральский сувенир, устойчива к заморозкам и может зимовать в открытом грунте, а также ценится за высокие показатели урожайности – от 2,1 до 5 кг ягод с одного куста. Смородина красная – уральский сувенир – это многолетнее растение. Кустарник лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Смородина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания смородины прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает смородина красная – уральский сувенир в месяц май. Смородина красная – уральский сувенир имеет ранний срок созревания. Плоды смородины созревают в месяце июль. Цвет плода красный. Вкус кисло-сладкий. Обратите внимание, что смородина красная – уральский сувенир, самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.